И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Panzer. Сегодня у нас суббота. Это означает, что день Инквизитора, день скрытности, что тут еще... Ну, самое главное, это день хороших людей гномам. Ну, по крайней мере, я постараюсь, что хороших людей, люлей гномам будет. Очень на это надеюсь. Ладно. Погнали. Я как вовремя уклонился. В общем, что же вчера так долго выходило видео? А все из-за того, что все было фигово. Ну, короче, получается как? Стал я выкладывать видео, и якобы все нормально, ничего плохого не предвещало, но, к сожалению, обработка видео занимала просто несказанно много времени. Реально, около... Блин, я не знаю. Так, начал я вот... Где-то часов 9 шла обработка видео. Прикиньте, просто 9 часов шла обработка видео. И поэтому, ну, не получилось ничего хорошего, так сказать, сделать. И поэтому, как бы, видео вышло ночью. Ну да ладно. Видео вышло ночью, а на этом постараемся сделать как можно лучше. Господи, давайте, ребятки. Вот так это. О, молодец. Все нормально. И вот так вот. Так. Давай. Спокойно. Ой, не успел. Прошел. Замечательно, господи. Офигеть, вы видели, что сейчас было? Офигеть, я думал, нифига не получится. Но получилось. Давай. Я успел убить его. Блинский! Как это сейчас было классно, офигеть просто. Давайте, ребята, захватываем точку, я быстрее на точку. Эй, ну давай, две, одна, их не успел. У них более сильная команда. И что теперь? Ну, я играю как говно. Как бы это ни звучало, но реально, ну не очень я играю. Ох, как она... Хорошо! Ах ты, я промахнулся! Ах ты, зараза! Стоп! Полегче, чувак! Все, хорош! Да, я бутыль выпил. Опять нас перехватили точечку, пока я там дохлый валялся, нас перехватили точечку. Так, надо, короче, им тотемы ломать. Вот. Я просто как сапер разминировал гравимину и спас, я думаю, нашего танка, потому что он весь уж капкан этого не заметил. То гравимину, я думаю, он бы точно так же не заметил, ну и получил бы люлей. Ладно. 2-2 и 2-2. Пофигу, сейчас делаем дело. Да. Я выхожу на точечку и посмотрим, что сейчас у меня с этим получится сделать. Эльфиечка. Эх, как пронеслось. Блин, не достал. Я не думал, что эльфийка уже сдохла и чутка вдарил. И как бы... Ну, вы сами все видели. Понадеялся перенаправить на тотемчик, но не дотянулся. Ну да и ладно. Сейчас тоже сделал глупость. О, завалили. Стоп, успел. Ах ты жрать, крикунь, это недоделанное. Эй, а я не успел убить. Но успел сдохнуть. Фигово, 2-3. Погнали. Сейчас будет заход на точку. Так, лишнее юзать не буду. Ах ты ж, шраза! Надо же было так появился. Долбаная фреза. Да уйди ты отсюда!
Убийство. Замечательно. Хоть кого-то я кокнул. И погнали, 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 погнали. Воу. Полегче, 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 полегче. Бутыль. Замечательно. Так, теперь. Позицию повыше, позицию получше. И я сейчас харкну. Ах ты ж, блин. Я сейчас... Я не на эту кнопку нажал, как... Ай, четверка она у меня теперь. Ну ладно, я инквизитор зато спалил. Причем в прямом смысле слова я его спалил. Давай, давай, давай. Замечательно. Блинский. Инквизитор. Инквизитор, зараза, помог чутко. Ого, я на первое место вырвался. Супер. Ну да я лучше еще и по урону, оказывается. Или это по убийству? По убийству, наверное. Или по урону. Блин, я вот этот меч постоянно путаю, что из них что. Ладно, лучше и лучше, хотя убил всего лишь троих. Но немало боевых действий совершил, я бы так сказал. Хотел, конечно, харкнуть на точку, но в итоге кнопки попутал и сделал фигню. Мешается долбанная балка! Долбанная балка мешается! Ну все, кранты! Сейчас она закричит. Ну точно, овца. Ай, никто даже не пострелял в нее. Не, обидно, обидно. Так легко все захватили первую точку и так позорно всирая вторую точку. Ну, вот чем мне эта локация не нравится, здесь реально, вот просто когда начинаешь что-нибудь просматривать. Здесь как бы камера не приближается к персонажу. Очень-очень-очень фигово, потому что здесь много разрушаемых объектов, и именно из-за этого она так себя ведет, камера. Там ничего нету? Там ничего нету. Окей. Какой-то маленький дамаг был. Какая-то большая у него защита была, я бы так сказал. Так. Вот это я тут, короче, надамажил сейчас. Прям вообще хорошо надамажил. Так, ладно, все. Заход на точку надо делать. Совершаем заход на точку и... Блинский, а! Ну не получается. Не получается по-нормальному зайти на точку. Совершая убийство, толку от этого никакого. Меня точно так же совершают убийство. Ладно, сейчас попробую. Вот сейчас я попробую по-нормальному уже харкнуть. Я посмотрел, на какую клавишу у меня харчок. Сморчок. А нас это обстреливают. Это фигово. Надо по кому-нибудь из противников попасть по-нормальному. Попал. И будем надеяться, что она успеет заразить своих союзников, прежде чем что-то случится. Не успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Для кого я морожу? Я не знаю, для кого ты морозишь. Но ты, морозилка, тупишь по полной, я тебе так скажу. Потому что реально, просто, когда никого нет на точке, ты пытаешься морозить. Ну, примерно так и получается. Ладно, харчок тоже не про канал, так что лучше юзать. Лучше юзать огонь. Ага, не вижу в этом смысла просто. Какого фига? Нормально. Телепорт, чтоб не мешался. Ну что, мы сейчас захватим точку, что ли? Ну, я не против. Телепорт им сломали, так что замечательно. Они шли пешком. Ой, по микрофону, наверное, сейчас ударил. Ладно, выпьем бутыль. И вперед. На точку. На точку, на точку, на точку, на точку, на точку. Так, у меня один ЦП до пламени. Вроде бы он тридцатку кушает. Так что нужно как-то делать. Чудо. Хотя,
надо было пламя юзать? Надо было пламя юзать. Твою налево, ну нафига? Вот и идите отсюда. Ты чё, лупень что ли? А! Да ну нафиг! Прикиньте, меня сейчас просто лаганул, и от одного капкана на другой телепортировался для себя лично. По крайней мере, то, что я увидел на экране, это я уже оказался на одном капкане и переместился на другой. Ну ладно, фиг да с ним, я даже не видел этих капканов. Я сейчас тут говнюку рожу-то вскрою. Козел мелкий. Так. Да ну нафиг! Замечательно. Сейчас мы орка запинаем. О, да. Вот это пламя пошло, так пламя пошло. Убийство. Трипл килл, да, вот это я понимаю, пламя все-таки тащит, ребята, реально, пламя тащит. Я харчком хуже попадаю, чем пламенем. Мультикилл, да, вот это я понимаю, мультикилл, это вообще, вот это сейчас понимаю, поперло. Четвертая точка. Вот это я понимаю. Был сейчас класс. Так, уходим в инвиз и используем, так сказать, территорию врага для своих целей. Так. Болинский, у меня цепи нету. Гори, зараза. Тварь конченая. Как бы это сейчас не звучало со стороны, но, блин, я был счастлив. Мне кранты. Не, мне повезло. Так, короче, надо тварь, вот это вот... Как там его называют? Вот этого воробья, короче, надо с крыши снимать. Голубь недоделанный. Ну-ка, голубушка. Ну что ты, блинский, ты бы хотя бы сказал, что идешь на точку. Эх, понеслась, родимая. Да что ты повернулся-то ко мне лицом? Пощёль нафиг. Пощёль нафиг, бутылька, бутылька, откатывайся. Фу, пока я пытался пить бутылку, наши уже захватили точка. Неплохо, неплохо. С одной точки повозились жестко и вернули это время, и это хорошо. Пламя, короче, это вообще, это лучше песка, вот реально просто, пламя лучше песка против фризок, это все прям, да, давай ставим на точечку, прям с краюшку вот здесь, вот прям недалеко, прям, вот и гори, зараза! Вот это я понимаю. Меня сейчас убьют. Ладно, фиг. Ого, 11 убил, 9 помер. Но у меня убийства пошли в плюс. Вот это я уже понимаю. Где музыка? Вот музыка. Да. Ну, мне нравится такая музыка. Я просто обожаю. Эффектная. Да и для такой игры она подходит нехило. Не проканало. Да что такое, блинский, а? Ну, хотя бы так. Избавлюсь от тварей кое-как. У меня какой-то блок постоянно, какой-то прямо шуще. Беги, беги, гаденыш! Беги от меня! Ох,
ты открылся, бедолага. Как же мне тебя жаль. Захотел паверкой запустить в меня. Я помогу тебе! Так, спокуха, спокуха, спокуха. Вот, да, в центр прям, вами в центр. Горите все к чертям собачьим. Сдохните все. У меня цепи что ли нету на песок? Ну что такое? А меня спасла колонна. А меня спасла колонна. Ой, открылся, бедняжка, открылся. Что ж тут так, а? Ой, мне каюк. Ой, спасибочки большое, но не надо было, не стоило. Что такое, прям аж все, что можно было, походу, дела, меня закинули. Ай, не, ну честно, честно, вот в таком сражении даже проиграть не жалко, потому что... Нехило. И со... О, 216 и 216. Прикольно. А еще опыта 444. Ну, прям вообще, короче. Я мастер на такие цифры. А, почему же проиграть в таком бою не жалко? Ну, хотя потому, что и наши хорошо играют, и противник хорошо играет. Блин, редко получается, когда все хорошо играют. И вообще, я сейчас, короче, поджарил их прям... Адово, и платформа опустилась, и больше никого не жарит. Это обидно сейчас вообще-то было. Не, нафига я вот паверку... А, у меня на песок даже не хватало цепешечки. Вот почему я паверку запустил не зря. О, кого-то зовут Вторник, прикольно. Интересно, это кого зовут Вторник? Так, Вторник. Ой, я на кнопку нажал случайно. О, Берсерка зовут Вторник. А у меня танк во Вторник играет. Ну да ладно. Так. Мне не нравится твой телепорт. Да ну нафиг, нифига себе. У меня ЦП не было на это... На атаку! Убийство. Неплохо. Ну, кранты мне сейчас опять будут фризы, я сейчас сдохну. Все опять от фризы сдохну. Нет, не от фризы. Почему она не кричала? ЦП, что ли, не было? Хотя, не знаю, должна была накопить. О, меня обогнала фриза. Ну, фиг с ней. Помощи от нее немало, не спорю, как бы. Ну, вот сейчас-то нафига фризил ты? Чувак, ну наших-то вообще здесь никого нету. Ну нафига ты на точку-то вылез и фризился, а? Ты же фризил противников. Ты чё, блин, реально что ли не знаешь, когда нужно фризить? Хотя я и сам не знаю, ну, почему когда я за дамагера играю, именно за того, кто должен дамажить, я как-то уже начинаю понимать, когда нужно это все делать и так далее. Ну сейчас кранты будет. Ну, налетели коршуны чёртовы. А, меня в итоге вообще все-таки фриза грохнула. Не вовремя. Не вовремя делает. Это, знаете, примерно вот как и я. Вот, вот сейчас я попал с нашей фризой, так же, как будто бы я сам бы с собой попал. Ну что, ну точно так же, я не умею фризить по-нормальному. Ух ты, овча! Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все нафиг горите! О, вообще, короче, поперло. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня тут бьют. Помогите, спасите, сейчас ты залифтуешь, что ли? Пошла ты в задницу. Бутылька? Замечательно, просто великолепно. Не, я все-таки сдох таки. Я все-таки сдох. Фига себе, 20 убил. Честно, я вообще в начале боя не ожидал, что я смогу хоть кого-то грохнуть-то. А нифига? А нифига? Только что там в эта тварь делает наверху? Она меня чутка уже бесит. Ну, свалите все нафиг. Эх!
зараза! Тебя грохнули без меня. Давай! Хоть шляпу богу тебе, господи. Да что такое? Не могу нормально на точку зайти. Замечательно! У нас сапер-то вообще... А, у нас даже сапера-то нету. Грохнули. Вот это я сейчас понимаю, зашел. Ой, меня сейчас на капкан закидали. И стоим на точке. Просто стоим на точке. Сейчас будет опускаться центр. Ой, все, мне кранты. У меня бутыль был в откате. Нифига себе, еще сколько было в откате. Ой, там все, и наши потонули. Не, слили. Не успеем захватить. Был бы берсерком, я, конечно, сейчас бы перепрыгнул бы на точку побыстрее бы. Только, конечно, от этого было бы никакого. Ну, я, по крайней мере, бы постарался побыстрее прийти. Но вы прекрасно понимаете, что толку бы от этого не было. Нет, я по стенке попал. Ну, будем играть убийство. Замечательно. Замечательно. Ой, нифига, я полетел. Ой, у меня что-то собачка-то загавкала, прям аж загавкала. Не получится. Не получится, уже меньше минуты осталось, а мы не сможем что-то сейчас сделать. Ну, бутыль выпей, ну что ты? А, хотя, если только он у тебя в откате. Вот это я понимаю, пламя так пламя. Понеслось, а! Я не увидел, что я отравлен. Еще и на капканчик наступил, вообще не успел бы ничего сделать. Ну вот и все. Собственно, полминуты осталось. Не думаю, что мы сейчас успеем что-то сделать, но надо бежать. У меня цепы нету. Было бы цепы сейчас на пламя, я бы сейчас бы прямо на точку был. Слишком рано заюзал пламя в конце. Сглупил, жестко сглупил просто. Просто пожескочу. Просто кошмар. О, все. Идите в жопу. Блинский, не успел убить. Ну да ладно. Ох, в общем, нехилая была игра. Мне очень понравилась. О, фрезу все-таки обогнал. Не обогнал инквизитор, который под конец хорошо надамажил. И молодец. О, а я все равно лучше по чему-то. По урону. Это все-таки урон. Вот это убийство. А у меня одинаковый урон и убийство 314. О, неплохо. Ну, в общем, вот такой вот был бой. Не знаю, мне понравилось. Не знаю, как вам. Ну, а я с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и заходите в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.